Приветствую вас на канале Blind Larry High Rise. И сегодня я бы хотела затронуть такую тему, как заработок золота. Все мы знаем, что заработать деньги на наши хотелки в игре достаточно трудно, особенно учитывая то, что реклама у некоторых не работает. Поэтому вещи покупать не на что. Так что я подумала и решила собрать пару хитростей, которые помогают мне с заработком денег в этой игре. Первое, с чего бы я хотела начать, это ивенты. Обязательно играйте ивенты, ведь за них вы получаете не только награды в виде вещей, но и золотые жетоны под конец ивента. Награды можно будет продавать как в виде хлама, так и достаточно за приемлемую стоимость 50, 100 и выше голд. А за золотые жетоны можно будет в дальнейшем крутить грабы для прокачки или же просто те, которые вам понравятся, а вещи с них продавать. Также настоятельно рекомендую вступить в какую-нибудь из команд, дабы получать подарки из наград, а также иметь возможность проходить фэшн с легкостью. Продавая вещи с ивентов, можно заработать от 500 до 1000 голд за один ивент, смотря какая тематика. Если вы видите, что вещи в наградах очень хорошие, пожалуйста, играйте до самого последнего эпика в наградах. Если хотите, могу заснять видео о том, как можно играть ивенты и доходить до последней награды без особых усилий. Следующий пункт – это, конечно же, продажа хлама, который мы получаем с прохождения ивентов. Но самое важное – это то, что хлам нужно продавать тем, кто покупает их за 50 голд. Это самое выгодное предложение. Просто вбиваете в поисковик «Rares» и ищите пост от людей, которые покупают голубые вещи за 50 голд. Пишите им, продаете, получаете свое золото. Следующий пункт – аукционы. Заходите на английский сервер, ищите комнату «Аукцион 50 голд максимальная ставка», вступаете в очередь и продаете вещи как с ивентов, так и с грабов, которые вы выбили. Очень выгодно и быстро. Не нужно стоять по 3 часа на витринах и впаривать вещи. И последнее, но не по значимости – грабы от игроков. Да-да, но тут тоже есть своя загвоздка. Грабы обязательно должны быть со старыми вещами, которых на черном рынке очень мало. В чем суть? Вы выбиваете за 10 голд старые вещи, которых, например, до 100 на черном рынке, ждете окончания нового черного рынка, настает новый черный рынок, и вы выкладываете в первых рядах свою вещь и ждете, пока ее купят за 100 голд. Все просто. Следуя этим схемам, можно получать достаточно крупные суммы голд в неделю. Согласитесь, получать в неделю от 2 до 3 тысяч – сказка. Всем спасибо за просмотр. Я очень надеюсь, что мои лайфхаки вам помогут в продвижении в этой игре. Пожалуйста, если тебе понравился этот ролик, напиши комментарий об этом. А если тебе не понравилось, то тоже напиши. Большое спасибо! С вами была Blind Larry High Rise.